Итак, ребятушки, открываем обычный сундучок. И что? В смысле? Да ладно? Эпик танк? Ребятушки, всем здорова, с вами как всегда Артемен. Как вы знаете, ребятушки, в нашей игре недавно вышло обновление, добавили новый эпический танчик Дюна, ребятушки. И сегодня, сейчас я на этом новом аккаунте, как видите, все танки закрыты. Я постараюсь выиграть эту Дюну абсолютно со всех сундуков, там с обычного, редкого, эпического и легендарного. Смотрите, у нас есть обычный начальный сундук, который дается в начале игры. Ну что, давайте я его открою, посмотрим, может быть здесь мне выпадет Дюна. Ну-ка, погнали. Итак, ребятушки, открываем обычный сундучок. И что? В смысле? Да ладно? Эпик танк? Эпик танк с первого обычного сундука на новом аккаунте. Так, подождите. А если это сейчас будет Дюна? Я не знаю, ребятки. Давайте посмотрим, реально ли это Дюна. В смысле? Сразу с одной попытки эпик. И да, ребятушки, да, это оказалось эпическая Дюна с первого сундука на новом аккаунте, еще и с обычного сундука, вы представляете, что? Просто что? Как это возможно, ребята? В обычном сундуке ведь такой маленький шанс на выигрыш эпика, по-моему, меньше 1%, и мне повезло. Просто жесть, ребятушки, вот она, новая Дюна на новом аккаунте. Смотрите, все закрыто, но Дюночка у меня теперь появилась, я и могу купить краску, короче, отправиться в бой, вот он этот новый танчик, да ладно. Так, ну что, получается, первый аккаунт у нас получился мега везучим, и мы с первого обычного сундука выиграли Дюну, ребятушки. Итак, ребятушки, мы с вами находимся на втором аккаунте. Здесь все танки закрыты. Вот вам специально показываю. Показываю Дюна. Она вот она, ребятушки, закрыта. Это второй новый аккаунт, на котором теперь мы с вами будем открывать чисто редкий сундучок, ребятки. Сейчас посмотрим редкий сундук. С какой попытки выпадет Дюна, потому что в прошлый раз мне выпала Дюна с обычного, с первого раза. Это просто жесть. Хорошо, теперь мы откроем редкий и посмотрим, как дела будут обстоять именно с редким сундучком. Поэтому, кстати, не забудьте поставить лайк, подписаться. Погнали! Итак, редкий сундучок открываем с вами. И что? Еще один эпик! Еще один эпик с первой попытки. Что? Это что вообще? Это шутка какая-то или что? Я понять не могу. Это что такое? Еще один эпический танк. И это сейчас опять будет Дюна? Это что, снова будет Дюна? Там у нас же 4 эпических танка в игре. Какой это будет эпик? Давайте посмотрим. Да ладно, это снова Дюна. Это снова Дюна, ребята, с редкого сундука, с первой попытки на новом аккаунте выпадает еще один раз новая Дюна, этот новый танчик, капец, ребята, два аккаунта, две попытки, две Дюны, просто жесть какая-то, как такое возможно, я просто не знаю, но это реально какая-то удача, это реально какая-то удача, вот она эта Дюночка, смотрите, ребятушки, вот она эта Дюночка, все танки, естественно, закрыты, как всегда, вы видите, здесь не куплено ничего, вот, можно купить также заново всю краску, ребятушки, и вот она Дюна, на которой уже можно играть, я, конечно, если честно, просто шокирован, ну что, давайте перейдем тогда на следующий аккаунт. Итак, ребятушки, третий новый аккаунт. Вот мы уже на нем с вами находимся. И, собственно, здесь все танки закрыты. Я вам специально все демонстрирую. Дюночка, вот она, родная, также закрыта. Все абсолютно закрыто. Мы переходим с вами, конечно же, в магазин, ребятушки. У нас сейчас на очереди эпические сундуки. С какой попытки мы выбьем с эпического сундука Дюну? Давайте сейчас с вами, собственно, посмотрим, ребятушки. Это уже эпик сундук. Здесь шансы выбить Дюну гораздо выше. Получается, на эпические танки 3%, чтобы выиграть эпический танк. Ну что, давайте откроем с вами его, посмотрим, что же здесь нам выпадет. Погнали! Итак, ребятушки, эпический сундучок открываем с вами. И что? Да ладно! Жесть, ребята! Снова, просто снова выпадает эпический танк. Да ладно, с первой попытки. Первая попытка эпического сундука. Вы чё, это какое-то издевательство, что ли? Это что, реально издевательство? У нас уже, ребята, третий аккаунт, на котором с первой попытки
первого же сундука мы выигрываем эпический танк. Ребята, я не знаю, какой там будет эпик танк. Если это дюна, я буду просто в шоке. Я не знаю, что делать, ребята. Капец. Значит, сначала мы открыли обычный сундучок. Там была эпическая дюна. В редком сундуке тоже была эпическая дюна с первой попытки. И здесь, на третьем аккаунте, мы тоже открыли с вами эпический сундук, на котором нам выпадает эпический танк. Давайте посмотрим, что это за танк уже. И да, да, снова, ребята, снова, третий раз подряд, это ж вообще что, это такое вообще возможно, удача просто на высоте, ребятушки, снова дюна, с самого первого сундука на еще одном новом аккаунте, как такое возможно, просто, кто-нибудь может мне сказать, как это возможно, я вообще не понимаю, ребятки. Дюна еще одна на новом аккаунте с эпического сундука, также с первой попытки, просто жесть. И да, вот если мы перейдем в ангар, вот она, дюночка появилась снова в ангаре, просто жесть, да, также все закрыто остальное, к сожалению, на нее. Краски тут тоже не куплены, еще ни одна красочка не куплена, но танчик уже стоит в ангаре, капец, как такое возможно, ребятки? У нас уже с вами остается последний, четвертый аккаунт, на котором мы будем открывать сейчас легендарные сундуки, давайте посмотрим, что будет там. Если там будет то же самое, я просто не знаю, что делать. Итак, ребятушки, четвертый аккаунт. Четвертый аккаунт, показываю его вам быстренько, чтобы вы видели, что все закрыто. Дюночки также у нас здесь нету. Все абсолютно так же закрыто. Все легендарные танки закрыты, ребята. Переходим с вами к легендарным сундучкам. Легендарные сундуки, самые крутые сундуки в этой игре. Ну что, давайте посмотрим, собственно, с какой же попытки именно легендарные кейсы открываю, нам выпадет эпическая дюна. Ну что, погнали. Легендарный сундучок. 480 гемасов. Вперед! Итак, ребятушки, открываем с вами первый легендарный сундучок на этом аккаунте. Что же нам выпадет? Что? Снова, ребята, снова эпический танк с первого раза. Да ладно, это просто какая-то шутка разработчиков. Это прикол разработчиков над Артименом. Вы смотрите, что происходит. Еще один эпический танк выпадает с первого раза. Да ладно. Это просто самая настоящая жесть. Как такое возможно? Если это сейчас будет дюна, я просто не знаю, что с этим делать. Ребятки, давайте посмотрим, какой же это танчик. И да, ребятушки, это снова эпическая дюна. Да ладно, что? Что, ребята? 4 аккаунта, 4 разных сундука. И на каждом из 4 сундуков мне с первого раза выпадает эпическая дюна. Как такое вообще возможно? Я вообще не понимаю, что происходит в этой игре, ребята. Кто-нибудь может мне объяснить? 4 дюны подряд с первых сундуков. Это вообще что? Так, ну вот он этот аккаунт, давайте посмотрим, да, вот все танки закрыты, конечно же, все закрыты, и вот она дюночка, которая сейчас выпала с легендарного сундука, вот она, просто жесть, ну что, я не знаю, как такое вообще было возможно сейчас, давайте купим на нее всю краску. Я, если честно, в шоке, ребят, если кто-то выигрывал дюну с первого раза, напишите, ну это просто, я не знаю, было ли такое у кого-нибудь, напишите, если было в комментариях. Ну что, давайте возьмем тогда нашу дюну и отправимся в бои, потому что это просто жесть, я даже не могу еще до сих пор прийти в себя. Ладно, давайте возьмем нашу дюночку, отправимся в бои, я возьму сейчас бои сначала один на один, против меня попадается, конечно же, Титан. Титан против меня, и у меня дюна с этой крутой, яростной окраской, ребятушки, мне больше всего нравится именно эта окраска. На, получай! Вы видели, как я Титана опрокинул? Он, наверное, просто в шоке. На! Ребята, я сделал килл просто в воздухе. Вы это видели? Я в воздухе уничтожил Титана. Это было просто очень круто. Я думаю, что да, ребят. Я думаю, вы со мной согласитесь. Ну что, погнали в следующий бой на дюне. Ну, просто жесть. Это очень крутой танк. Как он так круто выпадает мне с первых сундуков, это просто жесть, ребята. Так, против меня, по-моему, снова Титан, да? Я что-то не посмотрел. Я что-то увлекся и не посмотрел, кто там. Да, это Титан, просто уже в другой краске. Но! Так, так, отлично, отлично. Надо его быстро догонять, пока он не встал на ноги. На тебе моими взрывами. Так, 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 отлично, на, получай. Так, я не попал. Видали? Снова килл в воздухе. Я снова сделал килл в воздухе.
Капец, что творит Дюна? Вы просто, вы это видели, что она вытворяет? Толкает танки, они даже не могут нормально нацелиться на меня. Они летят в воздухе, я их в воздухе же уничтожаю. Это реально жесть. Итак, ребятушки, меня танчик Дюна, конечно, шокировал вообще своими способностями. Это, конечно, один из самых веселых танков в игре. Это определенно может быть не самый сильный, но самый веселый. И, конечно, на этом моменте я вам должен все-таки признаться, ребята, и сказать, что да, это все я так специально смонтировал. Я думаю, вы это сами, возможно, заметили, что, конечно же, с первого раза со всех сундуков я не выигрывал Дюну. Именно в этом ролике я этого не делал, я специально подстроил так кадры, ребятушки. Но кто-то из вас мне писал, что кому-то Дюна выпадала и с первого сундука, с обычного, и редкого, и эпического, и, естественно, легендарной, скорее всего. Поэтому, ребятушки, если вы один из этих людей, напишите. Ну а в следующем ролике я, ребятушки, реально проверю, с какой попытки из каждого сундука можно выиграть этот танчик Дюну. Если вам понравился ролик, обязательно посмотрите мой предыдущий ролик, где танк Дюна сражался против всех боссов в игре Hills of Steel. Ну а с вами был Артемен, увидимся с вами, всем до новых встреч, пока-пока.